Друзья, всем привет! На улице середина сентября, стоит отличная теплая погода, а это говорит о том, что еще можно вдоволь накататься на велике. И в этом видео я хочу вам рассказать о том, как прожили первый велосезон наши велосипеды Кракен Барбосса. Погнали! Итак, что же это такое? Это велосипеды Минского мотовелозавода, собранные в Беларуси, скорее всего, из китайских запчастей. При этом это очень бюджетный велосипед. Мы взяли себе с женой два таких на алюминиевой раме. И в целом я хочу сказать, что первый свой велосезон прожили они нормально. Не сильно тяжелый алюминиевый велосипед на 29-х огромных колесах с 21 скоростью, 3 звезды спереди и 7 сзади, на дисковых тормозах, с пружинной амортизационной вилкой. В принципе, для начального уровня очень даже. Итак, по детально. Руль прямой, длиной в 680 мм. На руле у нас, конечно же, обрезиненные ручки, причем они вращаются вокруг своей оси, но довольно удобные. Переключатели микрошифт и передние и задние дисковые тормоза. Вилка у данного велосипеда стальная, и называется она Good. Пружинная вилка с ходом штока в 10 сантиметров, при моем весе в 65 килограмм она ходит на треть, не более. Сильно я ее ни разу не прожал, не хватает у меня веса. Но в целом пружинит, ездит, все нормально, за сезон не развалилось. Велосипед идет без щитков в комплекте, но под все это есть заготовленные посадочные места. Щитки можно купить, конечно же, отдельно и повесить, проблем в этом тоже никаких не будет, но мы не ставили. Тормоза у велика дисковые, как спереди, так и сзади. И фирмы они то ли Филель, то ли Файлель, в общем, что-то китайское. Тормозят нормально, но, хочу сказать, скрипят. И скрипят достаточно сильно, как и передний, так и задний тормоз. Но за первый велосезон, за 300 км, пока работают окей. Исполнительные механизмы микрошифт, как передний, так и задний. К заднему вопросов нет совсем. Все 7 звезд вперед и назад переключает он четко и конкретно. А с передним 3 звезды, вниз передачи прыгают нормально, а с меньшей на большую звезду нужно, конечно, рычажок дотягивать. Может, это регулируется, но с переключением есть небольшие вопросы. Звезды Shimano. Тормозные ручки достаточно удобные, за проезженный сезон ничего не отвалилось, не отломалось. Переключатели микрошифт. Тоже к ним никаких вопросов нет, все работает. Руль целый, тоже ничего не отвалилось, не расшаталось. Сидушка достаточно мягкая, с фирменным принтом, покрытие так называемое soft touch. Для меня достаточно удобное, поэтому тут жаловаться не на что. Сам велосипед, как я уже упомянул, алюминиевый. И не сказать, что он самый легкий, я видел профессиональный великий полегче, но относительно тех же самых дешевых стелсов он не тяжелый. Алюминий есть алюминий. Педали пластиковые, с какими-то подобиями шипов, в общем, нога по ним не скользит, все нормально. Нога стоит удобно. Если кому интересно, вот как выполнены здесь сварные швы. Честно, я абсолютно не профессионал в этом деле. Поэтому, если эта информация кому-то по швам будет полезна, то, пожалуйста, выглядит это так. Покрышки с завода идут Ванда Кинг. Что-то китайское, в общем. Но я хочу сказать, за почти проезженных 350 километров не сильно-то они и стерлись, как по асфальту, так и по гравейке. В целом, велик на самом деле вызывает пока только положительные эмоции. Брали мы их в апреле, на своем велосипеде я проехал примерно 350 километров, и вот как я его из магазина забрал, так я ни одного болта на нем и не покрутил. Все работает, ничего не расшаталось. Конечно же, заказал кучу всякого хлама с AliExpress. И спидометр, и фонарики, и звонок. Кстати, очень классный звонкий звоночек. Конечно же, взял сумку на него на раму, в которую можно положить телефон, ключи, денежку и всякую мелочь.
красивый металлический держатель под бутылочку с водой. Все это я купил на Алике. Велик изначально идет без всего этого. И еще интересный момент. Как я говорил, мы купили два таких велосипеда с женой, мне и ей. У меня 20-дюймовый велосипед, 20-дюймовая рама. У нее 18-дюймовик. Все остальное одинаковое, колеса одинакового размера и так далее. Но, оказывается, у этих велосипедов есть разница в комплектации. Как я уже говорил, у меня на тормозах написано «Филель», а у нее же на тормозах написано «Репьют». И механизм даже отличается внешне, ну то есть они разные. Диск одинаков, а исполнительный механизм разный. Что лучше из этого, честно, не знаю, но скрипят оба. Также на велосипедах разный протектор на шинах. Вот у меня, а вот так на 18-дюймовом. С чем это связано, я не знаю. Возможно, завод комплектует велосипеды тем, что есть в моменте. В целом, что можно сказать? Это мой первый горный велосипед, который я купил, чтобы просто покататься по деревне или по городу, в свое удовольствие. И в том ценовом сегменте, в котором продается этот велосипед, равных ему нету. В такой комплектации, с дисковыми тормозами, с 21 передачей, с алюминиевой рамой и алюминиевыми колесами, да и в целом вполне удобный и эргономичный. За примерно 350 километров, которые я проехал за первый летний сезон, повторюсь, у меня ничего не отвалилось, не открутилось, не сломалось, не стерлось и так далее. То есть велик для обычного неспортивного использования вполне пригоден. Я доволен. Ну, вот как-то так, дорогие друзья. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Ссылочки на весь свой обвес я оставлю в описании. Ну, а мы продолжаем. Всем пока!